ערב טוב, שהלימוד לעניין נשמת כל התמרמים, ובכלל מרום מרדכי בן תמר, להצלחת עם ישראל ולרפואת עם ישראל, ובכלל ברפואה שלמה לחיה אסתר בת תמר, וגם חיה רחל בת יפה. רפואה של הצלחה וסיום יורס ומרודו, פרשת חוק לישראל פרשת וישב ליום חמישי, עד שטברג, מזקון של תורה נביאים כתובים, היא צ'יטירי משנה איס טרקטטה זבחים גלבה דזיבייתה. Пятая мишна говорит так: «Ваэлю им алу ерду». Следующие вещи, или следующие части животных, если даже их положили на мизбеях, на жертвенник, нужно их оттуда спустить. Утром мы сказали, что то, что положили, есть вещи, которые положили, не нужно было их воскурять на мизбеях, но даже если их поставили туда по ошибке, то можно их там оставить. Сейчас мишна перечисляет те вещи, которые положили, если на жертвенник, нужно их убрать оттуда. Что делать? Велю им алу ерду, даже если они кошерны. Почему? Потому что они не для мизбеха, они не принадлежат мизбеху. Бесар куче кодешим, умсар кодешим калим, умотар га умер уште алехем. Это мы сказали тоже утром сегодня. Касим сеир мизган тьяшим, это мы сказали. Пятую мишну мы закончили тоже. Шестая мишна. Вехулан кола умри бы мишна йода кодмода айдайну бен элу джамру шеилу. עלו ירדו בין אלו שאמרו שאם הם מחוברים מקריבים שפקעו מעל המזבח לא יחזיר. גברית משנת אק, все что мы перечислили, что мы перечислили? Вначале мы перечислили, в начале משנת мы перечислили то, что если мы их положили на мизбеях, не нужно их убирать. Или потом мы перечислили, если они прикреплены, как мы сказали, борода козла, утром мы сказали, или его копыта, или его рога, пока они были присоединены и поставили их на мизбех, то мы их оставляем. Если они отделены, то нельзя их ставить на мизбех. Дальше говорит Мигра, шепаку, все эти вещи, которые положили на мизбех, шепаку меальгавэ мизбех ло яхзир. Если они выпрыгнули, спрыгнули с мизбеха от жары, то не надо их возвращать. Я до этого утром говорили, если корова покушала гвоздик или иголку. Это была на гмара корова гвоздик. Это мы говорили утром до шахарита этого учили. А эта корова была после шахарита. Да, я понял. Дальше. То же самое. Уголек раскалился и выпрыгнул. С мизбеха не нужно его возвращать. Но эварим шепак уме альгабеа мизбеях кодем хацод яхазир. Но части животного, которые должны были воскурить на мизбехе, желудок там был, а части животного, руки или ноги, что там нужно было воскурить, а если они спрыгнули с мизбеха, отлетели оттуда, нужно их, если было до полуночи, нужно снова их положить на мизбех. То, что должно сгореть до конца, оставляем на мизбехе. И если кто-то их использовал, он нарушил запрет использовать святые вещи. Да, муалим. Сделал меила. Дальше. Ляхар хацот. Ло яхазир вен муалим баем. Но если они спрыгнули с мизбеха после полуночи, то не нужно их возвращать. И дальше, даже если кто-то их использовал, он меила не делает. Когда спрыгнули, если там воздух, что-то, что там горит, раз, и упал, что-то да, типа? Да, да, да. Умарик шахлам баэк, шахлам баэм хаэш, венит кашу, вело насу пехам, ши им насу пехам, ло яалэ, ви им еш мамаш, бивсарам, афилу ахар хацод яалум. То здесь мишна Элиэзера объясняет так. Что здесь значит? Это значит, что огонь их пожрал, и они еще, и они затвердели эти части животного, но они еще не превратились в угольки. Почему? Мы сказали, если уголек слетел, не нужно его возвращать. Но если на этом куске еще есть мясо, даже после полуночи нужно его возвратить на мизбех. Да, если мясо есть. Если да. Мясо есть, здесь еще не сгорело. Здесь после полуночи. Не должно быть, но если там было слишком много, они все не успели сгореть как надо, или их не переворачивали как надо. Дальше, седьмая мишна. Кешем шам мизбех мекадеш эт хара уйло, каха кевеш мекадеш, каха кевеш мекадеш.
Теперь, как мы сказали, мизбеях освещает то, что должны положить на мизбеях. Части курбанот. Также и это пандус, горка, по которой поднимается к мизбеху, также освещает то, что подходит для этого, для этой горки. Как написано в книге Шмот, умашахта ед мизбаха ола. Для работы это кевеш. Добавляется не только сам мизбех, квадрат, на котором делали эти воскурали курбанот, а и подъем к нему. Кешем ша мизбех ва кевеш мекачин, это рауи лахен, как келим мекачин. Теперь. Точно так же, как мы говорим, мизбех и подъем к мизбеху освещает то, что принадлежит им, то, что нужно положить на них, так и посуда, которую использовали в мизбехе, также освещает то, что подходит для этой посуды. Сейчас мы посмотрим, что здесь имеется в виду. Как написано в Торе, он говорит в книге Шмот, «Коль аногеа бэ мигдаш, все, что дотронется до него, осветится». «Ве хайну кша давар рауй ло ото кели». То есть... Сейчас мы посмотрим, что в Мигдаше были несколько сосудов, куда собирали кровь или для того, чтобы измерять муку, то каждый сосуд освещал то, что, то, для чего его нужно было использовать. То есть то, что было для муки, если использовали для воды, то он его не освещал. Это то, что написано в Гаруйбу. Клей-лах, клей-галах, посуда для использования жидкостей, как, например, мы сказали, киарот, разные кружки, миски, которые там были. Мекачин это лах, они освещают жидкости, как, например, вино и масло. Из них возливали. Умидот, хаявеш. А те, которые были там, посуды для того, чтобы измерять меру муки, как у нас, как делают плов. Одна пелушка, две пелушки, три пелушки, не килограммы. Там тоже была такая посуда, которая измеряла. Поэтому мекачот, это я вещь. Они освещают эти сыпучие вещи, сухие вещи. Эн клехалах мекачин, это я вещь. Веломидот, это я вещь, мекачот, это лах. Наоборот не получается. Если с этой посуды, которую нужно было измерить муку, они налили туда вино, это вино ничего не осветилось, и масло тоже. И наоборот тоже. Клея кодеши никву им осин, хэм мээн мелахтан, чаю осин, вэхэм шелеми им мекачин. Теперь, если это посуда, которая была в Бет-Амигдаше, она, там появилась дырка. Если с этой дыркой все равно можно использовать ее для ее назначения, по ее назначению, то то, что туда положили, если это нужно было туда, они освещаются. Им лав эн мекачин, а если же нет, то они это... не освещает то, что туда положили. Вехулан, эн мекачин эля бакодеш. И все, что мы говорили, и мизбеях, и подъем к мизбеху. И посуда освещает только где? На святом месте, только, то есть внутри бета мигдаша. Дальше, теперь здесь, если хотите узнать, здесь был написан один из комментариев, говорит, какие посуды и что было в бета мигдаше. А что там ими измеряли? Одну минуту, он говорит так. Как бы сказать, то для жидкостей там были разные кружки и миски для вина и для масла, а для сухих вещей там было два вида измерения. Одна иссарон, а вторая пол иссарона. Это мера, не знаю, 1 килограмм, 1 пол килограмма. Это единственные две чаши, которые были там для измерения. Это два единственных размера, которые там были. Иссарон или пол иссарона. То это мишнает на сегодня. Гмара на сегодня объясняет эти мишнает. Говорит гмара, так трактат Завахим, страница 85, лист 2, говорит так. Мы сказали в мишне, от самого два гидима, карнаем, атлафаем, измачаем, хубарим, алу. Першу лоялу. Мы сказали сегодня утром в Мишнайот, что кости, сухожилия, рога, копыта, если они соединены еще с частями животного, присоединены к голове животного, к ноге его животного, эти рога, после того, как их сделали уже курбан, а можно их положить на мизбех. Так, они же резали животное, его кожу снимали да. Отдельно. Да. Голову оставляли с рогами?
То, если голову оставили с рогами и бросили на мизбея. Так и должно было быть. А? Должны были оставлять или убирать должны? Не знаю, надо учить. Должны были оставлять. А? Должны были оставлять. Ялу, першуло ялу, если они опять соединены с частью этого животного, или, как мы сказали, борода козлина, если она еще соединена с его головой, то ее ставят на мизбех. Но если ее отрезали, то все, ее на мизбех ставить нельзя, эту козлиную бородку. А можно резать? А? Можно было. Да, теперь, да, эта шкура отдавалась коэнам. Да. От Ола отдавалась коэнам. Теперь, говорит, это мишна, то, что мы говорили сегодня утром. Опять, что если эти кости сухожилия, они не являются плотью, не являются мясом животного, поэтому на мизбех их ставить не надо. Но если их поставили, когда они были соединены с другими частями животного, то их мы оставляем. А если отделены, то нельзя. Говорит Гемара так. Тану рабанан, учили мудрецы. Написано в книге Вайкра, 19 глава. Викти ракоин это коля мизбеха. Написано в Торе, и воскурит коэн все на мизбехе. Здесь подчеркивается слово коль, все. Леработа, ацамот, вагидим, вакарнаим, вателафаим. Что слово все здесь подчеркивает? Оно прибавляет, что и кости, и сухожилия, и рога, и копыта ставятся на мизбех. Яхоля филу першу, тармудовар, ве асита олотеха, басар, ве гадам. Теперь говорит Гемара, спрашивает, а возможно, что если они отделились уже, что их все равно нужно ставить на мизбеях. Отвечает Талмуд, в книге Дварим написан другой пасук. Васита олотеха хаббасар ве адам. Олот, воскурение, жертвы воскурения, жертва всесожжения, ола, должны быть, что ты там ставишь на всесожжение, мясо и кровь. Мясо и кровь, но не кости, сухожилия, рога и копыта. Это на что за что там было? Первый написано, ты должен воскурить коль. Все, да. Коль. Второй написано, мясо и плоть. Как так? Сейчас Гмара будет объяснять, как эти два пасука примирить. В одном говорится, все животное нужно воскурять, а в втором говорится только мясо и кровь. Говорит Гмара так, им басар вадам яхоль, яхалот сгидим ацамот. То, выходит по второму пасуку. Если написано там, что мясо и кровь нужно воскурять, выходит, человек обязан отделить эти кости, эти сухожилия и так далее. Ваяле абасар легабе мизбех, а мясо нужно воскурить на мизбехе. Талмуд ломар, виктира коэн это коль. Что отвечает Талмуд? Нет, другой пасук говорит, что должен воскурить на жертвенники все. Дальше говорит Гмара. Хакецат, как так? Мехубарин я алу першу афилу хем бероша мизбеях ерду. Говорит Гмара так. Пока эти рога и эти копыта соединены с этим животным, мы их воскуряем на мизбеях. Но если уже эти рога отделили от мизбеха, или от жары, допустим, этот рог отлетел от головы, от жары мизбеха, или копыта упали, и они слетели с мизбеха, першу афилу хем бероша мизбеях ерду. Даже если они находятся на мизбехе, во главе мизбеха, в начале, наверху мизбеха, нужно их с мизбеха убрать. Мантана дешмаэдле дамар пишу ерду. Теперь Гмара спрашивает, кто мудрец, который учил нас этой мишне, что если они отделились от тела животного, нужно их с мизбеха снять. Рабихи, говорит Гмара, это раби. Кто? Раби Иуда Анаси, который нам записал Мишнайот, Детания, Виктира, Коэн, это Коля Мизбеха, Ле работа Ацамот, Вагидима, Карнаим, Ватлафаим, Афиру, Першу. Учили, говорим, братья, что и воскурит Коэн. Все на Мизбех, да, имеется слово, все прибавляет нам кости, сухожилия, рога и копыта. Даже если они отделились. Веэла, Ма они мехаем насита олотеха хабасар ваадам. А как мне исполнить пасук, который говорит, и сделаешь свои олот, жертвы всесожжения, мясо и кровь? Лома леха и куле ола. Что сказать? Что? Это то, что имеется в виду мясо, которое испортилось на мизбехе. А там махазир, и ата махазир, и куле гидим ваацамот. То, что уже сгорело, но еще полностью не сгорело, мясо ты должен вернуть. А кости и копыта нет. Раби омер, кату вехад омер, вихтира коэн это коль, ва кату вехад омер, ва асита олотеха, басар ваадам,
ואדם מעט. פרק גברית רבי, או רבי יהודה הנשיא, נפיסנה, עדים פסוק גברית, איבסקורית כהן, פסו. Второй пасук говорит, и сделай олот, мясо и кровь. Миэт, чтобы уменьшить. Что уменьшить? Акецат, как это опять срабатывает? Мехубариньи алу, если они соединены, они должны, можно их поставить, нужно их поставить на мизбех. Першу афилу хэм берошу мизбех ерду. Как мы сказали, если они отделились, даже они во главе мизбеха, нужно их оттуда убрать. Дальше говорит Гмара. Першу лоялу. Мишна сказала, если они отделились, нельзя их снова возвращать, нельзя их снова поднимать на мизбех. Амар Рабизера Лошану Эла Шепиршу Клапей Мата. Что мы сказали? Когда они отделились, что, почему их, когда их нельзя возвращать? В том случае, если они отделились в нижнюю сторону Мизбеха. Дерех Еридатан Шемитрахакин Мин Хам Араха. То есть, там были дрова на Мизбехе. Когда эти части копыта и рога отделились, то они отделились в сторону от этого места, где их сжигали. А валькала пеймала керуве гу да акриву ле икуль. Он говорит, но если они отпрыгнули наоборот, в сторону этих дров, он говорит, наоборот, они там сжигаются, поэтому они еще не отделились. Веафиру першу, и даже если они отделились, амар Раба Ахика Амар Лашану Эля Шепиршула Харзрика. Гмара объясняет по-другому. Он говорит так. Раба сказал так. Когда мы сказали, что нужно их убрать с мизбеха, Эля Шепиршула Харзрика. Киван Шай. Камар Лошану Эля Шепиршула Харзрика. Амар Раба Ахика Амар Лошану Эля Шепиршула Харзрика. אבל בשביל קודם זריקה, אתה זריקה, ושריתין הוא, אפילו מבעד מיני הוא קטה דסכינה. רבה גבריתאי. אחי כאמר, לא שנו, כדאי מה אתו וצ'ילי, אתו משנו, что когда они отделились, что нужно их снова поставить на мизбеях, и они имеют святость, эти рога и эти копыта, когда они отделились после того, как жертвенник обрызгали кровью этого курбана. Какая разница? Эля перешули ахар зрика. После того, как окропили жертвенник кровью этого курбана, эти рога и эти копыта отделились. Тогда они имеют святость. Они имеют связь как кодышим псулим, как святыни, которые стали пасуль. А валь перешу коды. Почему? Потому что они были частью этого животного, когда окропляли. А валь перешу кодым зрика. Но если эти копыта и эти рога отделились до того, как этой кровью окропили мизбеях, а таи зрика вешаритингу, что получилось? Так как они отделились от этого животного до окропления мизбеха, они стали разрешены даже простому человеку, даже не коэну. И говорит Гмара, «Афилу лемебад минайху ката де сакина». Человек хочет взять из этих копыт или из этого рога, сделать ручку для ножа. Тогда все исполнится. Имеет право. А что, раньше разве мизбех тоже окропляли? Да. Для чего? Что, кровью окропляли, когда да? Они же делали? Как сам мизбех? Да, сам мизбех. Очищали ее. Вот это? Не, это была часть искупления. Которая по краям вот, да? Которая по краям. Посередине, да? Да, да. А кровь они сами наливали же туда, на сверху? Они около этого снизу? Снизу сливали, да. А чем вы сейчас сказали, до этого прочитали, мясо и кровь? Ну, возливали, сливали там на мизбехе. Даже если спали на кровь на мизбехе, она сжигалась. Мизбахима келада басар кен матир, гама ацамод, ма шеем умдим. Как он говорит, декшем шазрика матир безвахима келада басар кен матир, гама ацамод, лема шеем умдим. Окей, поэтому он говорит, когда кровью уже жертвенник окропили, то мясо, которое можно кушать коэном, после этого можно кушать. То есть это окропление кровью разрешает это мясо для тех, кому можно это мясо кушать, если для коэнов и для хозяев. Точно так же, когда окропили жертвенник, а эти рога и копыта были уже отделены, можно их использовать для чего человек хочет. А кто это берет рога? Там же коэн только стоит. Он должен вынести? Нет, хозяин тоже были люди. Он может заходить по внутрь? Не везде. Там были места, куда он мог заходить.
Но не на где не сбег. Нет. Дальше говорит, Саварла, кихаде амар раби Йоханан, мишум раби Ишмаэль, неймар ло е бе ола, ве неймар ло е бе ашам. Написано, ло е бе ашам. Он говорит так, он считается здесь, что Саварла, кихаде амар раби Йоханан, раби Йоханан сказал, мишум раби Ишмаэль, а слов раби Ишмаэль, неймар ло е бе ола. Написано так, про курбан ола, жертва всесожжения, написано, ло и е, ему она будет. Кому ему коэну? Как написано здесь, ора ола ашер и крив ла коэна, ма крив ло ие. Тот коэн, который приносит этот курбан ола, шкура от этого курбана принадлежит ему. То есть это плата за его работу, как бы. Он может ее продать. А кроме этого коэн... И заработать деньги. Им зарплату давали, пока они служат? Или как это работало? Мен. Или вот они просто жили на... На тума, на пожертвование, вот да. Дальше говорит, венемар ло ебе ашам. Дальше говорит гмара. Также это написано про ло е, ему будет про корбан ашам. Сказали, какой корбан ашам? Про винная жертва повинности, за что приносилась? Одна из чего приносилась, это была ложная клятва. Вчера да, мы проходили, да. Вор, который своровал и поклялся, что не воровал, кроме того, что должен вернуть, заплатить штраф, должен еще принести корбан ашам. Его это тоже коин идет, шкура его. Кахатат ашам турахат лаем на коэн ло е, ма ашам ацмотав мутарим. Он говорит, отсюда мы видим, что как мы видим ашам, кости его разрешены, как его мясо, а в ола ацмотеа мутарим, и ола ее кости также разрешены. Венотар ло шеях эла бедавар харауй лахира, кирихтива нотар мипсар хазевах. Они хотят сказать здесь, что нотар, что это нотар, это то, что осталось после разрешенного времени. Корбан, который остался после запрещенного времени, его нельзя кушать. Мы сказали, корбан надо когда кушать? В день и следующую ночь. Кроме шламим, который кушается этот день, следующая ночь и последующий день. Но здесь гмара говорит, что для корбан ола, для костей, нету этого запрета, потому что их не кушаем. То, что можно кушать, кости никто не кушает. То, что можно кушать, там есть нотар. Здесь нету. Кроме написано, корбан говорит, ва нотар мибсара зевах. Нотар – это лишь то, что осталось лишнее от мяса корбана. Здесь не мясо, а здесь кости. Окей, это гмара на сегодня. Коэн бедный, столько должен знать, что куда как. О, мы сказали, говори пару дней назад, мы говорили, что Хагай, когда строили второй Бет-Эгдаш, Хагай Анами пришел и проверял коэнов, насколько да. Они знают законы чистоты и нечистоты. Кто проверял? Хагай Анави был, когда начали строить второй Бет-Эгдаш, он проверял коэнов, знают они закон чистоты или нет. Поэтому, то есть, гмара заканчивается здесь так. Как мы сказали, как кости повинные жертвы Курбан Ашам разрешаются, так и кости, и мясо их разрешается для коэнов, то также и кости от Курбан Ола разрешаются для использования. То это гмара на сегодня. Давайте успеем закончить Зоар и все остальное до орбита. Говорит Зоар так. Парашат Ваешев, лист 130, страница 2. Видение здесь такое. Микоде меваэр писукеа параша аль мельхемет айецер им бне адам, שמסיתם לחתו ובזה מבאר הפסוק ויהיק היום הזה שהכוונה על היום שהיצר הרע שולט בעולם ויורד לפתות בני אדם וזהו ביום אשר האדם בא לעשות תשובה או לעסוק בתורה וממשיך. Он говорит, а сейчас Зоар нам объяснит сначала из недельной главы войну ецер человек, ецер ара человека, ецер ара с человеком, когда он уводит его на грех. И этим он объяснит пасук, который написано «И было в этот день». «Ваги кахайомазе». Что это пасук говорит о том, когда был праздник в Египте, все разошлись и остались дома только жена Потифара и Йосеф. Что говорит «Алайомазе»? Это день, когда Ецерара хочет править человеком, правит в мире и спускается для того, чтобы соблазнить человека. Это когда человек хочет сделать чува или заниматься Торой. Говорит Зоар так. Ваебоа байтала асод мелахто, и пришел Йосеф в дом делать свою работу. Бегин иштадла бе орайта ульмебат пикуде де орайта. Что значит? Он пришел заниматься Торой и исполнять митцвот Торы. Виху мелахто де варнаш бе хай алма. Это и есть работа человека в этом мире. В чем заключается работа человека в этом мире? Рахамим.
В изучении Торы исполнение мицвот. Векиманда абидита де варнаш бехаялма у абидита де куча бериху. И так и говорит, это работа человека в этом мире. Для того, что спустилась эта душа изучать Тору, исполнять мицвот, это также и как бы работа Всевышнего. Байлеле варнаш ле мегевета кифаке арья бехоль ситрой. Поэтому говорит, человек должен быть сильным и храбрым, как лев. Со всех своих сторон. Бегиндела ишлот алои ситра хара велу яхил лемифтеле. Для чего? Чтобы ситра хара, нечистая сила, не правила им, не осквернила его и не смогла его соблазнить. Ма кети вен иш. Написано, что там и нету человека. Да, в доме не было никого, кроме жены Потифара и Иосифа. Лед гевар дикюм лекавле де яцерара вейгах бекерава киткаяут. И что? Человек, который не исполняет Тору мицвот, нету человека, чтобы встал против Ецерара и воевал с ним, и начал с ним войну так, как надо. Май орхеда Ецерара, он говорит, то, как работает Ецерара, говорит Зоар. В чем путь Ецерара? Кеван дехаме делет барнаш каим лекавле уль агаха бекерава. Он говорит, Ецерара, когда видит, что человек стоит против него, чтобы начать с ним войну, мияд бетитпесеу бебигдо лемор шихва ими. Бетитпесеу бебигдо. Что написано там дальше? И она схватила его за его одежду, Иосифа, и сказала, пойдем со мной спать. Что значит бетитпесеу бебигдо? Объясняет здесь, матхил бекалуч итнаэ бегуфу мальбуша. Ецерара начинает с человека, чтобы он украшал себя, одевал красивые одежды, прикрашал себя. Дальше. Бегин дехат шалид ецерара але деварнаш аткин ле ве кашид ле левушой месальцель ве сааре. Он говорит, то, так как уже ецерара правит этим человеком, в том, что касается его одежды. Дальше он украшает себя своей одеждой, расчесывает свои волосы. А даудехтив написано, ветит пасеу бевигдо лемор шихва ими. И добак ими. Она схватила его за одежду, Иосиф и сказала, пойдем спать со мной. Что значит, прилепись ко мне. Через это он прилипает к человеку, Ецерара. Манды и узака, и такав лекавле, ве агах бекерава. Но человек праведник, он держится против своего Ецерара и воюет с ним. Макети ве я азов бигдо бе яда. Что написано, когда Иосиф убегал, оставил свою одежду в ее руках. Что значит? То ты одевайся как положено, но слишком не украшайся этой одеждой себя. Не украшай себя. Вайон называется Ахуца Ишбок Леви Такавле Кавле. Он же, да, как он мог украсить себя? Простые лохмотья у него, одежда красивая. Но Зоар просто объясняет, что там было, что она схватила. Зоар говорит, что здесь, то, что в недельной главе написано, и она схватила его за одежду, она это символ Ецерара. Как Ецерара заманивает человека? Сначала красивой одежды. Сначала, чтобы человек хотел выделяться, чтобы хотел, чтобы на него смотрели, чтобы хотел, чтобы его хвалили. Вы имеете в виду, что Йосефа вы имеете в виду, что красиво одевался? Мы не говорим про Йосефа, мы говорим сейчас. Йосеф символизирует в нашей недельной главе человека, который воюет с Ецерара, да. А жена Потифара – это Ецерара, который пытается соблазнить человека. Написано, что там первое было, схватила его за одежду и сказала, пошли со мной спать. Первое, что Ецерара начинает наступать на человека, это через его одежду. Так говорит здесь Зоар. Поэтому говорит, человек должен, опять же, не должен ходить в лохмотьях, но он не должен слишком уделять времени и денег и всего для украшения себя. Что делает Йосеф? Он оставляет свою одежду там, правильно? Написано там. Манди умзака дейткавелекавелелегахабекеравамакетивиазовбигдобеяда. Оставил он свою одежду в ее руках. Ваянос вецеахуца. Он выбежал. Написано в Торе интересная вещь. Здесь тоже есть секреты. Ваянос вецеахуца. Написано, он выбежал и вышел на улицу. Так он выбежал или вышел? Ишбок леви такав лекавлей азовото видгаберкенегдо. Оставь свою ецерара, оставь эту одежду и победи его, говорит Зоар. ואגב בקרבה ויערוק מיני בגין להשתזבה מיני ולא ישלוט עלוהי
враг мену гдели и нацелил мену велошло дала, убегая от Ецера, чтобы он тобой не правил. Амар и Бицка, как мы сказали, Ецера, когда начинает войну с человеком, когда сам человек начинает с ним войну. И если человек говорит, Ецера, мне, я не с тобой, я не могу с тобой воевать, ты меня победишь, все, он победил. Когда человек начинает проигрывать Ецера, когда он начинает с ним воевать, когда он говорит, я могу его победить, в этом уже проигрыш человека. А, если же он оставил, чтобы не воротил, он хочет победить Ецера, а им надо вперед. Ну, мы пример приводили с телевизором. Человек приходит домой, и Ецера говорит ему, включи телевизор. Он говорит, я не включу. Потом он что себе говорит, я побежу сегодня Ецера, я включу его всего на 10 минут. Вот как только он включил телевизор, он уже эту войну проиграл. Все. А как выиграть? Не надо с ним спорить, ты сильнее меня, да, я включу, но я сегодня включать не буду. Этим человек выиграл. Не надо начинать войну с Ецера. Нужно уходить в сторону. Значит, его убить надо просто. Убить его надо. Этим вы его убиваете? То, что вы им не воюете, как, например, когда два человека спорят, и один кричит с ума сходит, один молчит, это его еще больше раздражает. Вы знаете, когда Юсеф оставил свою одежду и ушел, значит, он не дрался. Да. Теперь есть другое объяснение, что Юсеф, почему он оставил одежду и ушел, потому что он не хотел еще даже секунду там находиться, чтобы, не дай бог, не провалиться. Амар Вицхак, зимнини нун цадикаяле, мехемеле ецерара кехатура раврева. О, это очень важный зор. Интересно, говорит, смотрите. В будущем, говорит, праведники увидят ецерара как огромную гору. И так на самом, это дел, на самом деле так и есть. Ецерара очень тяжело победить. Вит мехун вием рун эх ехильна лахпая леле тура раврева ден илаа. И они сами будут удивляться над собой и скажут, как мы могли победить эту огромную гору. Узминин раши аяле мехемеле лецерара декакик кехута десаара. А злодеи как будут видеть Ецерара тоже как огромную гору, которую они не смогли победить? Нет. Злодеи решаем увидеть Ецерара как черный волос, который плавает в белом молоке. Легко его там разглядеть и отделить? Очень легко. И так им будет казаться Ецерара. Они скажут, как так? Как мы не смогли его взять, вытащить? Как мы не могли его обмануть? Как мы не могли его победить? Витмеун веемрун эхла яхильналь ахпея лехута десара хеда дакик. И они будут удивляться над собой и скажут, как мы не могли победить этот тоненький волосок. Так как надо, и лен, и вкун, и лен, и вкун. И эти будут плакать, и праведники будут плакать, и злодеи будут плакать. Цадики им будут плакать от радости, а решаим от страданий, от боли. Векуча брехуе ваэрле ме алмави и кус леле энайгу. Что сделает потом Акадош Баруху? Уничтожит, зарежет этого Ецерара прямо перед его глазами, прямо перед их глазами. Перед глазами праведников и перед глазами злодеев. Вело и шлот от бе алма, и больше этой цара не будет править в мире. Ве ехмун садикая ве хидун, и праведники увидят и возрадуются. Нету больше этой цара. Как его имя? Его имя сам Мехмем и потом Эль. У каждого имя ангела заканчивается на Эль. Гавриэль, Михаэль, Рафаэль. Его зарежут, как зарежут, его на две части разрежут. Сам Мехмем останется в одну сторону, а Эль пойдет в другую сторону. Вот будет шхита имени этого Ецерара. Вим хун цадикая вехдун, вееру ацадиким, веим хун цадикая вехайдун. И увидят праведники и возрадуются. Кемадат Амер, как написано в книге Тейлим, 140 глава. А цадиким йоду лишмеха, ешву ешарим эт панеха. Тогда праведники будут, как бы признают, восхвалят твое имя. И прямые будут сидеть перед твоим лицом. Это зор на сегодня. То есть, секрет, с Ецерара не надо воевать. Надо сказать, ты молодец, но я пошел своей дорогой. Да. Мусар на сегодня говорит Сефер Харидим, лист 67-72. Ор пне мелеха им шоре ал рошха, шеток ме эмато, вехи тедабер имо тедабер, вешомея ишма нимцет, тамид дэвэк бо идбарах, ветамид идбаеш мимену бемахшава ведибу маасе, ваал пив теце, ветаво, тишан, ветишка, ветаир, вехол маасеха. Июля Шем Шамаим. Говорит он так, ты должен знать, человек, что свет Всевышнего Царя находится на голове человека. Поэтому человек должен молчать из страха перед Всевышним. И когда ты говоришь с ним, говори
и ты должен знать, что он тебя слышит. Кроме этого, человек должен постоянно стараться приблизиться, прилипнуть ко Всевышнему, будь он благословлен. Он говорит, человек всегда должно быть стыдно перед Всевышним. В чем? В его мыслях, в его словах и в его делах. То есть должен вести себя скромно, говорить нормально, говорить красиво, вести себя подобающе и думать то, что надо. И чтобы все, и дальше говорит Дибурха, «Веаль, и по слову Всевышнего выходи, и возвращайся, иди спать, и лежи, и просыпайся, и все твои дела должны быть в лешем шамаем, во имя небес». Хошав коль иске хаолам ки илу ата мемашеш бахол, кшетимца маргали, тикахена и асияд рецон аборе, вехен амарам шорер, умали мизман им ло рецон хав, им энха матани, ма матани, али хи бенеха кеводах, וקלונח ואושרח ואונייח למאומה כי תמצא המרגלית אז יעלוס כי זה המכוון ונשלם. Он говорит, это то, что сказал поэт. Что, говорит, я имею в этом мире время? Это... Он говорит, должен знать, что все, что происходит в мире, и все твои мысли, ты, что ты делаешь? Ты ищешь в песке жемчужину. Когда ты ее нашел, что ты делаешь? Ты ее берешь, а этот песок отбрасываешь, как мы сказали, это было от Ноха до Адама, до Авраама. Бог все эти поколения искал, где эта жемчужина, и когда дошел, все, всех их отбросил, про них написано коротко, это родил этого, то это родил этого. А про Авраама уже рассказывается его жизнь, и жизнь его детей, и жизнь его внуков и так далее. Но он говорит здесь, ты нашел одну жемчужину, продолжай искать другую. То есть делай желание Всевышнего, исполняй мицвот, одну жемчужину за другой. Это то, что сказал поэт. Что говорит, у меня есть времени... Если не желание Всевышнего, если ты не моя доля, Всевышний, или я не твоя доля, ну еще что это все стоит? Он говорит, ты не должен давать своему почету, или своему позору, своему богатству, или своей бедности, или ничего, что у тебя есть, чему-то стоящему. То есть человек богатый говорит, о, я богатый. Он говорит, ничего такого. Не хвали себя, пусть это не будет чем-то важным в твоих глазах. А если он бедный, он говорит, смотри, я даже бедный, я тоже исполняю волю Всевышнего, несмотря на то, что я бедный. Mm-hmm. Что бы у тебя ни было, он говорит, это ничего не должно стоить в твоих глазах. Он говорит, когда ты находишь жемчужину, ты радуешься, и это то, что говорит, это твоя миссия, то, что ты должен здесь исполнять. Ты должен чувствовать, говорит он так. Китинца Маргалит Асталовский Зеам Хуван Ленишлам. Когда ты нашел мицву, исполнил мицву, это должна быть твоя радость в исполнении мицвот. Веюра мах эвареха вешасагидеха цибур беенеха. Он говорит, представь, что твои 248 жилы сухожилий и 248 органов и 365 жилы сухожилий, они община. В твоем теле находится мир, как мы сказали, жизнь человек сам это как маленький мир. Вехале вялашон шилиях цибур. То есть, все твои органы, твои тела – это синагога, полная людей. А твое сердце и твой язык – это шилиях цибур, который молится на тева. Увколь гадоль шишмеу кулан теварех вейтпале, вейтпалел кмош амру царих ляшмеа леозно, ах ло ишмеу твилад лахаш ахерин. И поэтому, когда ты молишься, должен молиться громко. Как говорит Аллаха, когда человек читает Шмонаэсре, он должен произносить ее так, чтобы он сам слышал то, что он произносит. Но... чтобы другие не слышали. Эх тихнос увка эх тихос увказ хатоци нишматаха икара ваташкин бимкома руах раа думе аталимишено эцакин бекасо белипо бим ялбин пенеха веро аре шафах дамим. Он говорит, как человек может гневаться? Он говорит, ты знаешь, что когда ты гневаешься, ты вытаскиваешь свою святую душу, а вместо нее ставишь, в тебя входит нечистый дух. И похож ты на кого? На человека, который вонзает нож в свое сердце. Гневающийся человек. А если ты кого-то опозорил,
то все равно, что ты пролил его кровь. Дальше говорит он, цаар элеф перахим, мебател цаар хатихат кесеф ктана, кен бейотер цаар миниад абуда ле цаар аведад маот ушара исурин, ве цаар абуда хен-хен исурин шел ахава. Вам цаэр йотер альмамоно ухводо мореш ухавам йотер мимену халила. Лахен идбаеш вешув лахуреха вешев бадад увхе лифне элуэха каше раита. Шенит кааста вин цаарта алиске мамон о клон ке водах. Он говорит здесь так. Человек, который потерял $1000, ему больно? А если он потерял несколько серебряных монет? Но то, что он потерял несколько серебряных монет, ему уже не так больно, когда он чувствует боль, когда он потерял 1000 монет, правильно? То есть боль за 1000 монет больше. Делает эту боль за несколько монет не такой. Поэтому он говорит, также человек должен думать, что человек должен переживать, ему должно быть больно, если он не мог исполнить волю Всевышнего. И вот эта боль за неисполнение мицвы должна перекрывать боль за потерю денег. А у нас наоборот. Как это? Боль? Боль за невозможность или за потерянную мицву должна быть больше и сильнее, чем потеря денег. Мы наоборот. То есть боль, да, за то, что мы не можем служить Всевышнему. Должна быть такая же, как боль влюбленных. Человек, который любит, ему больно. Поэтому если не может быть со своим любимым, то же самое должно человек чувствовать в отношении ко Всевышнему. Чем больше он любит Всевышнего, тем больше ему будет больно, если он не сможет исполнить мицву. Он говорит, поэтому, но человек, которому больнее, когда он теряет свои деньги или теряет свой почет, что показывает это? Что он любит свои деньги и свой ковод больше, чем он любит Всевышнего. Не дай Бог. Поэтому, он говорит, человеку должно быть стыдно. И он должен сесть и подумать, и плакать перед Всевышним о том, что он его разгневал. И что ему было больно за то, что он потерял свои деньги или свой почет больше, чем он не мог служить Всевышнему. Это мусар на сегодня. Okay. И еще пару минут, мы закончим Алахот Рамбам. Рамбам говорит так. Алахот Талмуд Тора, глава 6. Талмид, шеу йошев лифне рабо, талмид, эно рашаи, лаамод мипанав, эла шахарит ва арвит билвад, шело е кеводо мерубе миквод шамаим. Человек, студент, который всегда находится в присутствии своего раввина, он говорит, он не имеет права вставать перед своим раввином, кроме как двух раз. Один раз утром и один раз вечером. Чтобы не получилось так, что почет его учителя больше, чем почет небес. Почему? Да? Как? Мы два раз принимаем на себя почет. Мы два раз принимаем на себя груз небес. Когда в Шма Исраэль говорим утром и вечером. Даже говорит, то есть это тот постоянный его ученик. Студент перед своим раввином должен вставать. Но если он постоянно с ним, то он встает только один раз утром, один раз вечером. Дальше говорит Рамбам. Мишу закен муфлаг без зикна, а фальпише эно хахам омдин лефанав. Человек, который очень старый. Даже есть человек, который очень старый. Но он небольшой тальмид хахам, все равно в его уважение нужно встать. То есть пожилым людям надо стать. Да, афиру я хахам, что уелет, он мед бифнея закена, муфлаг без зикна. И говорит, даже талмид хахам, который еще молодой, должен стать пред уважением старца. Вену хаяв ламод мелокомато элек де лехадро. Но он не должен стать полностью, просто должен его немного уважить, приподняться. ואפילו זקן גוי מהדרין אותו בדברים ונותנים לו יד לסומכו שנאמר מפני סיבה תקום לא סיבה במשמע. ואתם говорим, и даже гой, который пожилой, нужно его уважать. Нужно ему помочь, подать руку, нужно ему это сделать. Тоже представь? Нет, помочь ему и уважить его. Уважить его словами, подать ему руку, чтобы ему помочь. Потому что написано, встань перед старцем. Человек, который старый. Имеется в виду любой человек. Дальше.
говорит Рамбам, Талмиде Хахамим энам йоцин баацман лаасот им кол акаал бивиньян вахафира шель медина векоце баэн кде шело итбазу бифне аме аарец. Когда строят, то Талмиде Хахамим, мудрецы Торы, не идут вместе с ними строить и ломать что-то, то, что нужно, когда вся община это делает, чтобы у них не упал кавод перед аме аарец. Перед ней очень сказали, о, смотри, вот он тоже. ואין גובין מהם לבניין החומה ותיקון השערים ושכר השומרים כיוצא בהן ולא לתשורת המלך. Когда собирают дань, то у них не берут деньги за что? За то, что, чтобы построить крепостную стену. У мудрецов Торы. Или за то, чтобы починить врата города. Или деньги за security города. И не дань царю. Стальмидей хахамим с мудрецов не берут. Вен мехавино то, отан литен хамаз, бен маз шу кацув аль габе аир, бен маз шу кацув аль кол иш ва иш. Шенемар гам им итну багоим ата акапцем ва яхелу меат мимаса мелех сарим, вехен им айта сехора. Поэтому он говорит, также они не платят таксы. Кто? Стальмидей хахамим. Будь это таксы для всей общины, царь сказал, вы должны мне такую дань заплатить, или каждый должен платить таксы, Тальмидей Хахамим не должны платить. Он приводит пасук из Хошана, который это объясняет. Дальше он говорит, «Вехен им айта сехора ми Тальмид Хахам, манихин ото лимкор техила, вен манихин эхад ми бне ашук лимкор, а чим кор гу». Тальмид Хахам занимается, у него есть что-то продать. Он пришел на базар, всем говорят, никто не имеет права продавать, пока он свое не продаст. וכן אם היה לו דין והיה עומד בכלל בעלי דינין הרבה הם מקדימין אותו ומושיבין אותו. איתך יש תלמיד חכם פרישול נסות, איתם עוד שריץ. יהיו פרפוסקל שפירות. תובום פרישול סווי סדל דין, איפתום דרשי ידיעות פסחים דילם. סנצ'ל סג'ה את יבו, תובום נרשו סווי בפרוס. טוב, נהייתם את זקות של חוק לישראל נסיבוניה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.